сейчас встанешь и заложишь. Порог уже все. Тихо. Ты что, Хрусик? Дверь хлопаешь. Двери придерживайте. Что бегают. Побыстрее, побыстрее, Коля. Все слова повтори, что возникает. Боже милостью, будь не грешен. Создал мне, Господи, помилуй меня, обесчислая, согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй, благослови. И освети дары Твои, слово истинной молитвы, аллилуйя, аминь. Аминь. Так, сегодня 12 июля, день памяти, никакого праздника нет, святых апостолов, они были казнены. Это день смерти, хотя в разное время. Церковь так соединила, чтобы не было разделения. Мы пришли из храма, сейчас вот обедать собираемся, и гляжу, много разговоров. Всего только двое остались мы. У Феодосия Пещерского, князь, сейчас не помню, Изяслав, кажется, он обедал, когда я говорил, у меня заграничные, там, парижские какие, я не знаю, повара, но не так вкусно, как у тебя. Почему? Он говорит, потому что у тебя нет этого благословения. У вас ссорятся, да, разговаривают вот так вот, а где разговор, там и уже есть. Самые крепкие семьи, где молчаливые супруги. А где, если он или она учительница, мира никогда не будет. Она учить будет, он будет учитель, а она будет думать, что равна, а она, на равных она не соглашается, она выше, она будет учить тебя, тыкать. Нет, а когда молчат, идет как надо. Так вот, он говорит, у меня если нужно муки, а договорились один раз стукнуть, веселка, которая размешана. Два раза стукнул он по квашонке своей, по деревянной, воды налить. Три раза стукнул, соль, они заучили это, все. Они вообще не разговаривают, каждый делает, молится, поэтому пища такая вкусная. Разговоры прекратить. Вы заранее договоритесь, что вас интересует. Непонятно, обратитесь ко мне, я скажу. Сегодня рабочий день, мы сейчас едим и сразу уходим на площадку. Договорился с Игорем Барабашем, пригонит трактор, снять и поставить другое бревно. И обрезать эти высокие, они выше на этой стороне. Так, Сергей Павлович, поступи сюда. Так, слух вырази, что ты хотел сказать? Значит, я уже третий год, сегодня, каждый август езжу в спортивный кинологический лагерь в Горный Алтай. То есть люди уже как бы постоянные, с собаками. Мы там готовимся к соревнованиям. И вот у меня сегодня возникла мысль, не в Горном Алтае организовать этот лагерь, а организовать его здесь, в Потеряевке. Вот, я подошел к Игнатию Тихоновичу и вот такую мысль вот ему высказал перед обедом. И как вы на это смотрите? И люди, я их уже знаю как бы давно, они верующие, то есть, ну, все, что касается устава, соблюдения, это я все беру на себя, все это будет как бы, ну, под мою ответственность. Не пьют, не курят, не матерятся. А что с собой взять? На чем они приедут? На чем они приедут? Ну, они могут приехать, их могут привезти на машинах, родители. Могу я за ними съездить там. Ну, это вопрос. Значит, ты дай как путевку, что требуется. Мы посмотрим. Один вариант. Я им арендую в лагере помещение где-то, а другой прямо здесь же будут спать мужчины четверо, раз места свободные есть, чтобы не было кожных и только венерических заболеваний. Больше нас ничего не интересует. Значит, с собой что нужно? Две простыни. Значит, сколько недель будут? Они до конца августа будут, до 23-го. Если пожелают что-то рассчитываться за что-то, мы не против где-то. Но аренда помещения, ты говорил, это им бесплатно. Относительно питания, я думал, на один день приедут, а если не на один день, то у нас цена одинаковая везде, питание. Наша цена в 4-5 раз дешевле государственной. Если они там пожелают. За месяц у нас нынче было 7 тысяч. Если бедные, значит бесплатно. Узнать надо. Хотя мы считаем, что мы не бедные. Нам постоянно Господь дает помощь. Я посчитать не буду, если только трактор придет, то сегодня же разговариваем об экскаваторе. Никита в обед будет нам приносить, есть в обед, только в обед. Остальное свободен. Нам сейчас Виктора поднять на ноги. Мне так странно, что у него, говорит, потолка не будет. Потолка не будет,
А как утепление? Там все на улицу пойдет. Без потолка нет содержания там. Это просто сено держать там, сенник. Вот зайди где у батюшки. Да кто говорит вам, что потолка не будет? А? Кто говорит? Будет потолок. А будет потолок? Ну будет. А то замерзнет эта скотинка-то. Овечки не замерзнут. Подходил батюшка, я с ним советовался, овечки не замерзнут. А остальное там уже посмотрим, что будет. Мощная корова, та еще может. Корова еще пока. А более слабая овечка еще держится. Ну, короче, даже вот где на Сабанном, ты видишь, там он искусственно сделал и соломой забил там Потеряев, когда был где-то. Ну, это нас не касается. Так, и когда они думают приехать? 3 августа. 3 августа. Так, вы когда намерены? 31 июля. Что? Да. Я их отвезу. И, может быть, даже мы раньше приедем, если у них там ничего нет. Так, 3-го приедем. Вы когда думаете уезжать? 31 июля. Июля 31-го. Да. Я так и планировал, то есть их увезти и совсем, значит... Сколько времени ты будешь в день заниматься с ними? Значит, 2 тренировки будет. Утренняя будет до коров, пока коров не выгонят. Рано утром будем вставать. Значит, потренировались, то есть с 6:30 до без 15:08. В каком месте? Где? На поле. На поле нельзя, здесь коровы, овечки идут. А... До коров, Игнатий Михайлович. Не получится. Все равно будут срывы, и на этом месте никак не надо. Я думаю так, ты выходишь вот этой стороной, вот где сады, или в сады, там места полно, и за садами там где, или вот когда заворачиваем на первый мостик. То есть отделить, чтобы они даже это не видели. Не дай бог. А это возможно. Где-то задержали, где-то собака убежала, она будет искать там. Им ходу давать туда совсем не надо. Большая неприятность будет. Выходить по трассе, вот где мы ездим на первый мостик. И там... Мы же вот тренируюсь, я без 28, у меня уже собаки закрыты без 15. У нас были эти неприятности. Я знаю, поэтому и я с батюшкой разговаривал, он говорит, во время коров собаки чтобы не было, а до коров пожалуйста. А коровы у нас с 8 до 12. Да не с 8, они выходят раньше, выпускают. Вот в чем дело-то. Иногда остается на поле даже, и собаки, которые не видят. Я заранее говорю, варианты другие. Это не та, что часы завел, выключил. Вот он выходит, я даже вижу, корову пасутся, как у Глушкова. А еще семи нету. Они уже их отпускают и не глядят за ними. Он пасется здесь. Я пришел, Игорь, твои коровы, я сколько раз отсюда выгонял. А выгоняют только 8. А он на чужом поле их кормит. Это было все. Бывает, вырываются. Вырвались отсюда овечки-то. И нету того, на батюшка ездит. А еще до 8 овечки уже прошли. А овечки и гненок, они вкусят этой пищи, тут не рассчитаться. И кроме того, в деревне маленькие гусята у нас было. Приехала вот такая собачонка. Вот она никуда, я говорю, вы ее привяжите. Нет, она никуда. Я поехал в деревню, она уже дома, уже 2 уток задавила куриц. Вот и все. Это разговор один только. А ну как она была? Это слова в воздухе повисли. Материализовалось то, что она задавила. Эрих здесь был, Роберт. Ну и что теперь? Забирай, покупай, а с них еще возьмешь что он? Ничего нет, это нет. Это обговорить надо. Если не дай бог случится, сразу же оплачивайте полную стоимость. Это без вопросов. Это вопросов даже не должно быть. Но остальное это приемлемо. Ну, сам не нарушают. Нигде по деревне, чтобы не шатались. Где они в свободное время будут? Если какой возраст? Значит, 14, 16, 30 и 40. И мы можем среди них отдельную команду образовать. Где-то что-то делать, где-то... Они могут тут кому-то помогать. Ну, я так думаю, может быть, где-то на огороде или еще что-то. То есть это вполне возможен такой вариант. А это означает, накормлены будут. Ну, конечно, без средств сегодня никуда не выйдешь. Приняв сегодня перед этот день, я могу накормить бесплатно. Ну, вот. Бесплатно нам, у нас есть. Я говорю, что наши, которые знаем, вот возьми даже Загуляева, сколько их? Пятеро их было. Они которые вот все бесплатно. Дроботы 8 лет, наверное, это все бесплатно. Члены нашей общины. Совершенно бесплатно. Кроме того, разную одежду присылают, стараемся дать ей. Нет, там люди обеспечены, мы бесплатно. Ну все, 7. За месяц 7. А дальше по дням высчитывать.
Все. Еще будет мальчик 7-летний, вот 40-летняя женщина с 7-летним мальчиком будет. Пожалуйста, только он не... Да он нормально. Если она женщина со своим ребенком, можем отдельную комнату дать на съезде. А их надо держать, остальные должны быть, видимо, у нас места хватает. И все сказать, с собой одеяло должно быть простое. Ты дальше запиши. Резиновые сапоги вам потребуется утром ходить по росе. Ты запиши им, что платочки. И поэтому питаться нам лучше вместе. Одеяло, чтобы свои взяли, значит. Ну, да, свои взяли, то простые, байковые. А холодно будет, мы дадим. Простые солдатские одеяла. Ну, байковые называются какой. Тоненькие какой-то. Да везде они у нас, эти одеяла есть где. Значит, обязательно, чтобы было 4 платочка, ты просто перепиши, что надо. А это мы можем обеспечить. С собой, что будет, мыло взять. Стирать мы их в баню-то не поведем, купаются. Мы с незнакомыми осторожно, где раздеваться. А так можно будет. Все. Вопрос остальные, ты просто перепиши, скажи. Так, душ вот где делал Никита? Да не сделали, бочки нету. Бочки. У Романа, Роман. Ну посмотрим там. Сделаем бочки. Можем мыться там, где купаются, но это уже будет... август, там уже похолодание будет. Поэтому, если мы увидим, что все нормально, мы можем, допустим, в баню топим раз в неделю. Поэтому заранее тогда скажите, 2 куска хозяйственного, 2 туалетного. Так пускай это, медицинское обследование пройдут, да и все. Дай справку с кожно-венеролога пойдет. А кто? Справку от кожно-венерологического диспансера. Да. И все. Справку скажу, надо достать, это в любом лагере, иначе нас не захватят, мы сами захватим болезнь. Строго подчиняться нашему уставу, мы скажем. А они молиться будут за стол? Да. Ну, вопросов нет. Вот представь, вот эти вот четверо, вот это отсеки, вот сюда, приехал с ребенком, а вместо их другие приехали. Так, садимся. Они же еще с собаками будут, то есть надо... Ну, а с собаки где, в каком месте эти будут? Там где-то или отдельно? Ну решил тут. Собаки ездят. Вот сарай. С любой стороны, вам где сарай посмотрим? Есть, да? Сарай. Там сколько помещений у Павла? Отдельно совершенно. Все. На поводке это баня-то держал, тут у него было. Ты зайдешь, посмотришь. Там мы в горном жили, просто у нас палатки были. И под палатками вырыта такая, ну, как бы, яма. И они там. Ну, под крышу, нет, просто крыша. Подкрыто от дождя, сокрыто. Да, только от дождя, больше ничего, там погода будет. Все, хорошо. Садимся. Решено. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Помогай дежурно быстро. Рыбу неси, у вас. А да, на что сделать? Дать объявление нужно. 4 человека это не дело. Что это? Объявление во все, которые там есть, там что-то, дачный участок, ну, купи-продай, может быть, на радио, на телевидении выйти, и содержание такого, где это происходит, что, сколько, какое время, часы, ну и дальше остальные дай свои телефоны. Запасной там, какой у тебя один телефон здесь есть. И в чем заключается это? Слово лагерь не упоминать, а как летний выезд. Или как-то там. Учебно-тренировочный сбор. Да. И значит, в районную местную газету дать. В окрестной надо узнать, где. И объявление, если они дадут, они могут дать, заинтересоваться. Кто может, какого возраста собаки, какого именно. Ну, то есть по телефону скажем, все остальное можете узнать. И когда утвердишь, так сказать, напишешь объявление какое, хорошо обдумай. Пойди к батюшке, покажи и старости. Обязательно. Я даю только совет. А власть у них. Это деревня. Староста деревни, незнакомые люди, как так меня повестили. И батюшке. Подходит? Подходит. А когда напишешь заявление, приди ко мне сначала, я подрихтую тебе его. Объявление. Ну, конечно, я постараюсь сказать, что и как, и что с собой брать. Слово «лагерь» избегать никак. Значит, относительно житья, где жилья, это все, где будут собаки, это все по телефону можем вам сказать.
Так, ну а тогда сколько максимум мы можем принять человека? Ну сколько? Сколько? Ну 70. 70 собак, да вы знаете. Каждый же собак же будет. Собак нормально. И собаки. 70 собак. Это сколько нас собак? У нас лагерь. Да их столько не будет. Лагерь рассчитан на 70 человек. Что с собой брать? Может быть, надо будет опубликовать заранее, показать, что с собой брать. Нет, я думаю, человек 10 взять больше для начала. Когда на Хабаровск напала эта немощь, разлив, я прошел по деревне, кто может принять? Люди-то оказались совершенно не негде. Я прошел, 70 человек мы свободно можем принять. Пошел тому, поговорил со всеми, даже Серапима и та девочек приняла бы. Даже Серапима. Некоторые уезжают, либо совсем дома отдают. А тем более у нас эти дома были такие теперь оживленные. У меня есть куда принять, даже там, где вот эти были, витали. Там другая сейчас не оборудована, но за время можем оборудовать. Время еще есть, да, да. Можно тогда подготовить. Хорошо, я прям сейчас... Ты для себя только знаю, тебе не надо своих друзей озвучивать. Но это может быть. Будут звонить с подвохом, если надо все, еще нигде не сказать. Они иногда спрашивают, мы работаем на плотине. Я вот знаю, я узнал, что десятину надо, можно я вам десятину буду присылать? А он, может, рядом сидит, поп там, это накручивает как. Я говорю, нет, найдите там батюшку и батюшке отдайте. И священники-то, все. И каждый раз один и тот же ответ. Где живете, ходите в церковь, и на содержание священца необходимо отдавать десятину. Где-то причащаетесь, крещение принимаете, ну и все. Никак по-другому. Я только к вам хочу. К вам на занятия. Я говорю, в епархии хорошие занятия, идут грамотные батюшки, идут. А священник, он и сидит там, слушает. Я говорю, еще кого провести-то хочешь-то? И пойдите в Покровский собор, я говорю, я знаю хорошие Александра Невского, Андреевский, да в каждой церкви хорошие батюшки. И ведут занятия. Идите, нет, я там был, мне не понравилось, вижу, это уже провокатор. Ее не был, его надо, ну, что-то свое. Вот. Геннадий Иванович, Коля сейчас рога показывал сзади Егора. Что это означает? Кто? Коля. Смотрите, вроде такой, это ангелок, а рога в потолок. Зачем ты это делаешь? Кто тебя учил это делать? Ну, заглядел теперь глазами в разбежку. У тебя платочек есть? Есть. Покажи, как ты маркаешься. Подожди, подожди, что там насыпал-то? Ну, что у тебя там? Ну, подожди, не надо, не надо. Ну, маленько, тряхни его. Бедно. В копье зарывался, может быть. Ну, давай, ну, покажи, как ты сморкаешься. Слушайте внимательно. Давай. И он около меня стоит и всю службу дует, говорит, как Иериховская труба. Это неправильно. Вот так платочек достань в церкви когда? Неприметно. Вот так вот, чтобы он сложен был. У тебя, говорит, как будто бегемот жевал да выплюнул. Вот так вот. Вот, и вот так проведи. Вот так вот. Понял? А потом, если тебя сильно сопли текут, ты вот так... Отдельно отдели, отдельно который. Вот так на пальчик и в нос и протри. А вот это не надо, ты видишь как? Бесшумно, потихонечку и убрал. Коля, а ты такие звуки издаешь, как будто бы тут напали на нас какие-то звери. Ну, ну сможешь так делать? Больше звуки не издавай. Хвалиться, что у тебя много чего-то, не надо. Люди поживут с тобой, все равно знают, из чего ты состоишь. Так, ну хорошо, не вылазь пока. Так, если все благополучно, и мама останется до 27-го, у нее будут изменения. У него даже где-то проблески юмора есть, это означает не старообрядец. А раз не старообрядец, значит, он может двигаться вперед, может развиваться. Понял? Так, далеко не отходи одна. Мы сейчас уходим на работу. Спаси Христос всех. Спасибо Христос. Спасибо Христос. Обед-то вы сколько? Два обеда. Смотри, время-то. Один за нас. Надо у Игнатия, конечно, спросить. Во сколько обед? Три давай. Два, как всегда. Сегодня это три. Время без 14, 11. По четвертого. Три. Четыре давай. Да нет. Три часа. Полчетвертого, давайте полчетвертого, потому что... Не могли отдавать.
Я уже не знаю, да? Четвертого.